Сегодня речь пойдет о русском писателе. Настоящая фамилия Мамин. Родился на Урале, в заводском поселке, в семье бедного заводского священника. В мальчике рано появилась страсть к литературе. С 16 лет он вел дневник, куда записывал свои мысли и наблюдения о жизни родного края Урала. Публикуя свои произведения, он подписывался «Д. Сибиряк». Так появилась фамилия «Мамин Сибиряк». Наиболее известные произведения – «Приваловские миллионы», «Горное гнездо», «Уральские рассказы». Его широко известные детские книги включали «Сказки для Алёнушки», «Серая шейка». Давайте остановимся на одной сказке. Когда он был маленьким, то жутко боялся. Когда он подрос, то решил, что бояться ничего и никого не будет, даже волка. «Никого я не боюсь!» — крикнул он во весь лес. «И волка не боюсь, и лисицы, и медведя! Никого не боюсь! Слушайте вы, трусы! Слушайте и смотрите на меня! Вот я сейчас вам покажу одну штуку! Я!» Что же случилось дальше? Вспомнили сказку? Ну, конечно же, это сказка про храброго зайца. Длинные уши, косые глаза, короткий хвост. А кто не знает эту сказку и не узнал, попросите, чтобы вам прочитали.